Значит, мы имеем некую развертку движения. Забавно, что речь идет всего лишь о простом движении. Движении рукой. Я осознаю себя движущего рукой. Это первое. Я – это мысль, мыслящая форма. Движение рукой – это интересная форма, которая находится в становлении. В этом становлении интересной формы я обнаруживаю два момента. Один момент – это простое, чистое движение. Второй момент – это конкретное движение. Это вытекает из двойственности чувственной формы. Чувственная форма с одной стороны – форма, а с другой стороны – телесная форма. Как форма, она ничем не отличима от мыслящей формы. Как конкретно чувственная форма, она нечто иное. Поэтому мысль, я представляю слово «мы», но может не «я». Просто «мы» равно «мы» как-то не принято выражаться. Только «я» равно «я». То есть мысль с одной стороны форма, а с другой стороны конкретная форма. Если она форма, то мысль в теле соотносится с собой. В телесном движении соотносится с собой. Если тело – это конкретно чувственное тело, то мысль соотносится с иным. Я нарисовал эту картинку в прошлый раз, сейчас могу ее воспроизвести. Значит, это вот я, по-моему, это я, в простом движении, в абстрактном чистом движении, я равно я. А с позиции вот этой мыслящей формы, конкретно чувственное движение, я не равно я. Поскольку есть ситуация «я равно я», то «я» – это можно назвать просто еще одним «я». «Я не равно я» – это конкретно чувственное, это выражается в интуиции, которую в прошлый раз уже не в первый раз говорил. «Я понимаю, что я двигаю рукой, но я не есть движение руки». Я понимаю, что я есть движение рукой. Что я двигаю рукой, именно я двигаю рукой. Не кто-нибудь двигает рукой. Я двигаю рукой, не рука сама движется, я двигаю рукой. Но с другой стороны, я не есть рука, я не есть движение руки. Это изначальная интуиция, которая вот подвигает. Что здесь, с этой схемой, мы должны как-то работать. Первое, что мы понимаем, что ну, ситуация «я равно я» – это, опять-таки, это включает «я». «Я равно я» включает «я». Есть «я», который совершает это движение. Но в этом движении, которое я совершаю, есть
ситуация «я равно я», которая включает это «я». Есть «я не равно я», которое это «я не» включает. «Я не есть движение рукой». Ну, все-таки «я» отличает себя от воли как нечто абстрактное? И для того, чтобы отличить себя «я» от воли, всегда нужно конкретный жест, то есть движение именно рукой. А какое слово употребили? Воля? Да, воля. Ну, я двигаю рукой, это я, значит, обнаруживаю себя, некую тождественность себя как воли. Я рукой двигаю. Я прищурил глаза. Глаз, точнее, один. Ну, я бы сказал пока, что я есть причина этого движения. Потому что воля – это как бы еще и сознание воления. Да, поэтому, ну, казалось бы, действительно, когда я двигаю рукой, я понимаю мою произвольность, мою свободу в этом самом движении. Я захотел прищуриться, захотел не прищуриться, захотел двинул рукой, захотел не двинул рукой. Я попытаюсь сегодня ввести понятие воли. Попытаюсь ввести понятие воли. Пока что мы ограничиваемся тем, что говорили в прошлый раз. Я осознаю свое движение рукой. Больше сказать нечего. Осознаю свое движение рукой. В этом сознании я осознаю тождество себя себе и не тождество себя себе. Поскольку движение рукой – это простое движение, то есть тождество себя себе. Поскольку движение рукой – конкретное движение, именно рукой, правой рукой, именно куда-то там, то я теряю себя в этом движении. Это как бы иное. Первое, что я обнаруживаю, это то, что ситуация «я равно я» прежде ситуации «я не равно я». Потому что «я равно я» – это всегда ситуация равенства себе. Вот движение рукой – это становление. Мы говорили, как только она стала формой предмета. Движение рукой – это становление. Как действие, как движение – это становление. Но в этом становлении я обнаруживаю сторону ставшего, всегда ставшего. Двигаю рукой, я понимаю, что я равно я. Я двигаю рукой. В этом движении я равен себе. Иначе я вообще не могу осознать, что я двигаю рукой. В этом движении я обнаружил ситуацию ставшести, а движение именно рукой, конкретное движение, остается становление. То есть в ситуации становления жеста я нахожу ситуацию равенства себе, ставшести, и ситуацию становления. В становлении жеста нахожу ситуацию ставшести и становления. И ставшесть как ставшесть, первее становление. По определению. Ставшись как ставшись, впервые становление. Логически первое. Значит, мы имеем некую структуру. Некую логическую структуру. Во-первых, я, который сознает себя причиной. Во-вторых, я равно я. Который сознает себя причиной, поскольку раньше, логически, сознает себя причиной конкретности движения. И мы получаем некоторую логическую последовательность. Некую логическую последовательность. Сначала я. Потом «я равно я» при удержании сознания себя, то первого «я», как причины простого движения. Мы удерживаем, никуда не девается. Мы не просто переходим от «я» к «я равно я». Мы удерживаем «я» в качестве причины
простого, абстрактного, чистого движения. А состояние «я» и «я» равно «я» – это разные состояния? Конечно, разные. Первое «я» – это источник движения, телесного движения. А «я» равно «я» – это отношение в этом телесном движении с собой. То есть сторона этого телесного движения. Они совершенно разные. Я просто причина, источник, который движет. Но в движении, которое я породил в качестве мыслящей формы, я обнаруживаю аспект, в сторону, в котором я в этом движении соотношусь с собой. И это «я» равно «я» или просто второе «я», как я неловко выразился. Не, ну можно же говорить просто, что вот это первое «я» источник, оно остается себе равное также и движение. Я и говорю. Так оно же изначально было, «я» изначально был себе равно. Движение, оно находит то, что оно сохраняет себе, в чем-то не сохраняет. Про «я» мы можем сказать, что это только активная форма, только причина. Говорить «а я» равно «я» мы не можем, получится картезианство. «Я» сохраняет себя в движении, мы не можем. Мы говорим только о том, что «я» есть источник, причина, активность. Вот-вот-вот, это там еще нет различения между мыслью и телом, мыслью и чувством. Но мысль действует. Мысль действует. Все, что можно сказать про «я», что это источник и причина движения. Оно не созерцает себя. Движение, причина вообще не созерцает себя. Для нас мысль – это причина. Для Декарта мысль – это созерцающее себя некое начало, которые соотносятся с собой как с чистой мыслью. Это некий покой на самом деле. На самом деле это покой. «Я» равно «я» – это покой. «Когнит эрго сум» – это покой. Я соотношусь с собой как с чистой мыслью. Мне как фикты уже выражают совсем очевидно «я» равно «я». Это в том смысле, что мысль относится с собой как с чистой мыслью. Это некий субъект, который созерцает себя как субъект, и больше ему делать нечего. Он, конечно, деятельность, можно считать, что деятельность создает себя, но ничего не порождает. А у нас мысль занята тем, что она порождает все время. Все время работает с телом, все время работает с предметом. Вот этой ситуации, еще раз, нет, ситуация созерцания себя, как чистая мысль, у нас исключается. Я сразу, уже 20 раз хвастаться, сразу прекращу семинар, если только мы упремся в созерцание. Ну просто «я» равно «я» есть два смысла. Один смысл, что просто «я» есть форма, и поскольку она форма, она равна самой себе. Поскольку телесное, «я» равно «я» – это отношение мыслящей формы и телесной формы. Так вот, а второе, как раз, как вы правильно говорите, это вот как, каким образом «я» уже в чем-то ином равняется себе. То есть изначально «я» как старшее было равно себе по своей сущности. Если так можно сказать. И с другой стороны, оно может быть равно себе через некого рода опосредованное. Например, телесное. То есть мыслящая форма может быть равна себе опосредованно в телесной форме. Я против Булата. Я как причина не может быть равна себе. Она причиняет. Нет вот «я» равно «я» в этой ситуации. Причиняет тело. Вот, вот, вот. К себе она не равна? Она не равна на себе, ситуацию мы не схватываем равенство себе. Причиняет, оставаясь равной себе. Так и Аристотель говорит про форму. Так, а почему неподвижный, одно неподвижный я... движитель, и Декарт это говорит. Так, так может быть я тогда не одно, их много таких я. У каждого движения свое я. Ну, что это значит? Это же чистое движение, чистая причина, беспредметная. Я осознаю себя, но только как причину движения тела. И все. Никакого «я» равно «я» нет. Будет рядом «я», нафиг тело нужно. Тогда. Могу себя созерцать. Ну,
как Декарт уснул. Если кто не видит выхода из «я равно я», на самом деле мне не нужно больше. «Я равно я», ну, ёлки-палки, ну. Божественное состояние. Я говорю, что я сознаю себя только как причину. Чего? Тело. И в теле находят ситуацию «я равно я», ситуацию «я не равно я». Не созерцает тебя «я». А если созерцает, то только в теле. А «я» помнит о том, что в нем, когда находится в одном из этих состояний, наличие второго? Второго состояния? Да. Это я как раз собирался к этому перейти. Значит, «я» сознает себя причиной движения. В движении находит «я» равно «я» и конкретное движение. При этом «я» является причиной простого движения, а простое движение, которое включает в себя, то есть «я» является причиной простого движения, частью которого является «я». Потому что «я» равно «я» предполагает это «я». Получается такая картинка. Я сознаю себя причиной того, частью чего я. Я сознаю себя причиной того, частью которого я являюсь. Я равно я включает я. Я есть причина. Я равно я. Получается, что я удерживаю себя как причину. Никуда не деваюсь. Я удерживаю себя как причину, никуда не деваюсь. Я сознаю себя причиной того, частью чего это я. Самое первое чистое «я» является. Есть мыслящая форма, еще раз, которая движет тело. На самом деле мыслимо, логически мыслимо, что источник никакой не «я», а есть некий источник. И благодаря этому источнику в одном движении мы «я» равно «я» и «я» равно «не я». То есть поскольку вот это первоначальное «я» недоступно никакой рефлексии, то его, возможно, оно никакое не «я», а просто источник. Я и говорю, что... Вообще не я, а просто источник. Вот это есть некий источник движения. В этом источнике, неизвестно, что это такое, мы как бы... Я схватываю себя и не схватываю. Что? Ну, назовем это источником. Давайте с большой буквы назовем это источником. Просто на самом деле говорить о том, что оно я, это постоянно сбивает. Будет похоже на... фэнтези. Такой некий источник. Когда я говорю, что я сознаю себя как причину, я, в общем, по-моему, все однозначно выразил. Я источник, я причина, да. Но переходя к выделяя движение, простое движение, выделяя движение, простое движение, сохраняю себя в качестве источника. Но тогда это означает, что «я» будет сознавать себя частью того, частью чего оно само не является. Потому что «я» как причина является основанием как «я» равно «я», так и «я» не равно «я». Вот это очень, на мой взгляд, очень увлекательная ситуация. Есть «я», который движет рукой, сознает движение этой руки. В этом сознании он вычленяет простое движение, сохраняя себя, сознание себя в качестве причины. Оно вроде как никуда не девается. Получается, что я в качестве своего результата и предмета, ну, в качестве своего результата, имеет «я» равно «я», то есть простое движение. Я остаюсь «я» в качестве причины источника с большой буквы, и
выделив движение, простое движение, я как бы становлюсь сам для себя предметом. То есть для меня предметом я остаюсь я. Но я осознаю некое тождество с собой в движении рукой. Получается, что я как бы это тоже я, потому что я же остаюсь равным себе. Не, равным себе вы остаетесь только в движении, а до движения никакого равенства нет. Нету. Ну, в движении есть только в равенстве. То есть равенство – это некое обнаруживаемое движение. То есть это некого рода феномен, которого изначально нет. Совершенно верно. Но поскольку я сохраняю себя в качестве источника, то я оказываюсь как бы перед собой, даже пока еще не говоря про это я, потому что об этом мы сейчас не говорим, потому что это первее этого, поэтому мы имеем право говорить об отношении я и я равно я. Только что самостоятельно. Я оказываюсь причиной того, частью чего я являюсь. То есть здесь опять получается ситуация, с одной стороны, если рассматривать ситуацию я равно я, то здесь тоже есть я равно я и я не равно я. Потому что я равно я – это не совсем то же самое, что я. Я – это причина. Это уже игра словами, потому что вот это вот я как причина, по поводу него сказать, что это я не равное я, это как-то, ну, формально это так, но по существу-то это неверно. Не, ну тут, мне кажется, как раз говорится о том, что есть некий источник, который невозможно обозначить как я. Вот это как раз. Потому что если бы он был бы я, тем самым я, который я равно я, тогда бы действительно получилась классическая философия, там, декартовский тип и все. И ничего другого не получилось. Ну а с источником получится классическая философия в варианте якобы Бёме. Почему не якобы Бёме? Получится не классическая философия. Если есть источник, это как бы получится просто современная, не классическая философия. Где я равно я, это такой феномен. Обнаруживаемо. А не изначальная некая данность. Ну ладно, возвращаюсь. Значит, я как причина сознает себя частью того, что она причиняет. Получается так. Сознает себя частью, то есть является частью того, что она причиняет. И это интригующая ситуация, потому что в каком-то смысле, наверное, можно сказать, что я являюсь причиной себя. То есть, ну да, я являюсь причиной себя, это понятно. Но я являюсь предметом для самого себя. В качестве вот этого я равно я. Относясь в теле с собой, я сохраняю себя как причину этой ситуации. Есть я и есть я равно я. Давайте дорисуем картинку и просто иметь структуру жеста, Значит, я осознаю себя причиной того, частью чего она является, сохраняя себя в качестве причины. А ситуация «я равно я» причиняет логически конкретное телесное движение, сохраняя себя, опять-таки, как причину конкретного телесного движения. Значит, мы имеем, не знаю, как сказать, есть просто я, как первое. Есть я равно я. Как следствие этого я.
при сохранении этого я. Да, то есть получается таким образом, что мы впервые за все время, благодаря именно жизни сознания в теле, да, имеем образ самого сознания. Что это значит? Это означает, что у нас получается, что если мы действительно в каком-то смысле обнаруживаем я как предмет для самого себя, то это вот я и называю образом самого себя, именно благодаря наличию в теле. Из тела, да, в нем, благодаря и телу я имею тождество я равно я. И в этом смысле настолько, сколько я обнаруживаю себя в качестве причины некой ситуации, частью которого я являюсь, можно сказать, что я являюсь для самого себя предметом. И вот впервые конституируется таким образом ситуация самосознания, когда я знаю о себе, благодаря жесту, благодаря телу. Так? Так. Совершенно так. Все слова совершенно правильно поставлены. То есть, притом хочу заметить, что впервые за все время. Конечно, впервые за все время мы заговорили о «я равно я», что было запрещено. Да, нет, впервые за все время я получил образ себя, я положил себя перед собой. Потом как я, как живое, как активное я, именно только благодаря жесту телесному. Поэтому, грубо говоря, человек выше ангела. Ну, как ему и положено, потому что у него есть тело. Да. Да. По этой самой причине. То есть вот вся структура жеста. Я – простое движение, конкретное движение. Я – причина простого движения, простая причина. Простое движение – причина конкретного движения. При удержании обеих причин. Это логическая конструкция движения. Заметьте, движение не имеет цели. Оно берется. Движение всегда анализируется в любой философии, классической, не классической, философии, не философии, разбирается как целесообразно движение. Мы берем движение вне цели. Вам говорил в прошлый раз, что движение зачем, собственно, рукой? Да. Чтобы открыть дверь, да. Там, достать что-нибудь. Сейчас тогда оно. Да, попозже. Понимается через целесообразность, через осмысленность движения. Мы берем движение в чистоте, вне восприятия, вне цели, вне обозначения, чтобы движение может что-то означать, там, например. Вроде раскуривание трубки означает дружественность, там, или что-то еще, или привет. Мы берем вне всего этого движения, как движение как таковое. И она получает какую-то сумасшедшую сложную структуру. Всего лишь движение рукой. А тут наворотили два «я». Я есть, я не есть. Если резюмировать, то структура, как мне представляется, такова. Я порождает простое движение логически порождает конкретное движение. То есть получается, что я не соотносится напрямую с конкретным движением, а через простое движение. Порождая простое движение, только тем способом я, то есть первее, то, что я движу рукой, для меня первее, или то, что я движу рукой. То, что я не есть движение рукой. То есть ситуация «я не есть движение рукой», она скрадывается, она исчезает. Глазера заметил в прошлый раз, что отношение с иным – это очень сомнительное логическое построение. Отношение с иным – это очень сомнительно. Что значит отношение с иным? Тем, чем я не являюсь. Какое может быть отношение? И поэтому я предварительно говорил, что я
соотносится с собой и соотносится с иным. А на самом деле я соотносится с иным через простое движение. Что-то соотносится с простым движением, что соотносится с ситуацией «я равно я». А через «я равно я» соотносится с конкретным движением правой рукой в левую сторону. Насчет образа «я». Меня тоже это интригует очень. Если «я» сохраняет себя в качестве причины, то перед ним оказывается это же самое «я», которое есть простое движение. То есть «я» равен простому движению, поскольку я в нем участвую. Я в нем соотношусь с собой. И все-таки я не есть это простое движение. Поскольку я удерживаю себя как причину этого самого простого движения. То есть субъект внутри себя раздваивается. Субъект внутри себя оказывается тоже двойственным. То и другое субъект, они разные. Я в качестве порождающего простое движение, я в качестве участвующего, не отличного от этого простого движения. Как причина я отличен, к сожалению, я совершенно не отличен от простого движения. Простое движение как простое движение, оно ничем от меня не отличается. То и другое форма. Я отличен от простого движения, как причина его, и в нем я не нахожу ничего, чтобы, что не было бы я. То есть причина не понимает отличие причины от следствия, что ли? Я равно я, это же результат причинения никакого. Это же как бы результат. Я все сознаю. И при том этот результат только в отличие от другого результата, одновременный. Я равно я и я равно не я, это одновременный результат, который получен результат движения. Получается, если я удерживаю себя как причину, то я тем самым полагаю свой образ, как Игорь, по-моему, удачно использовал слово, я полагаю себя как свой собственный образ. Что в простом движении. Образ не конкретное движение. В простом движении я полагаю себя как образ. Это как некое интересное состояние, которое есть я. Только положив себя в качестве интересного состояния, которое есть я, я могу перейти от этого к конкретному действию, конкретной рукой. А как может быть простое движение телесное, если это простое движение, мы говорили абстрактное? Оно же телесное только в состоянии конкретизации, конкретности движения. Я равно я – это некого рода простое движение, оно является некого рода мысленным движением. То есть не движением, собственно, тела, а движением мысли. Или как это сказать? Телесность возникает, когда оно конкретизируется, вот какой рукой, там, ногой и так далее я двигаю. Это уже телесность. Простое движение никого не отменяет тело. Ну как, мы же говорим, что абстрактное движение, тела. Абстрактное, мыслящее, мысленное движение абстрактное. То есть движение вообще как таковое, понятие движения, говорили?
Нет, мы с вами отмерили в прошлый раз термин понятия. Ты настаиваешь на том, что это понятие. Я не настаиваю, хочу понять. Почему? Ты каждый раз говоришь, что это понятие. И каждый раз оказывается, что нет. Возвращаешься. Ну давайте тогда поймем, что такое простое движение. Вот, если простое движение, если телесное движение, что это такое тогда понять? Чем оно отличается от конкретного движения? То есть если оно настолько, если оно телесное, значит оно конкретное. Ну, это основоположение, Булат, основоположение, с которого я, собственно, начал. Что в движении рукой мы различаем простое движение и конкретное движение. Больше мне сказать нечего. Если постулат не принимается, то из него ничего не вытекает. Мы можем выделить в конкретном телесном движении рукой простое, абстрактное, чистое движение. Это все равно, я это осознаю как движение, могу выделить, как аспект, конечно. Оно не может быть самостоятельным. Это аспект. Но этот аспект можно выделить, говорю я. И больше мне сказать честное слово, нечего. Если у вас не вычленяется в движении рукой простое движение, то правда нечего сказать. На мой взгляд, оно очевидным образом вычленяется. И это, собственно, задает все остальное. Тут же проблема основная, которую я хочу понять, потому как бы она скрыта за всеми рассуждениями. Как мысль может двигать чем-то, что не является мыслью? Там только это и делал. Она все время только это и делала. Восприятие, мышление. Мысль двигала телом. Тем самым меняла форму предмета. Нет, мысль двигала предметом, причем как бы двигала в смысле формы. То есть мысль раньше, как форма, занималась только формами. А предмет в своих становлении, он как бы был просто пассивной средой, в которой эти формы формировались. Теперь у нас иная эта структура, у нас форма, то есть предмет является чем-то старшим, да, если только он является формой. И, как, и теперь одна форма мысли двигает другую форму. Тоже ставшую. Ставшую как бы предметом для нее. Но предметом не в смысле просто чистого становления, а предметом в смысле того, что он сам является чем-то ставшим. И здесь возникает проблема вот эта вот известная. Как мысль вообще может двигать нечто где-то, что не является мыслью. То есть как форма может соотноситься с тем, что не является формой? С иным. Хотя вы как бы говорите, как это может быть, но вот. Она вот эта вот проблема изначальная, она вот присутствует. И как мы переходим от мысли к телу, вот это правильно, как бы, как мне кажется, четко надо последить. Вот я и пытаюсь это последить. Ну смотри, до всех этих разговоров о жестах, каким образом мысль воздействовала на предмет? Она воздействовала на предмет тем способом, что оформляла его. С помощью чего она оформляла, что было формой этого предмета? Это было тело, это было чувство. Таким образом, мысль самого предмета, конечно, не касалась, но оно делало, оно касалось этого предмета, оно определяло этот предмет посредством тела. Просто форма лучше говорить. А? То, что форма разделяется на телесную мыслящую, это некого рода... Ну, как бы, так получается. Посредством формы. Нечто, что становящееся, становится оформленным. Ну да. Форма да. Соотносится только с формой. Подожди. Но форма-то оформляет все-таки не... Что она оформляет? Она оформляет предмет. Оформляет предмет, но соотносится только с формой. Я не понимаю этой казуистики. Если форма может оформить предмет, но при этом не соотносясь с предметом, ну какой смысл в этом выражении? Ну в том смысле, что вот если вот из хаоса, как порядок возникает, как бы вносится он порядок в хаос. То есть форма вносится в нечто, и там как бы... Но если она не коснется всех этих частиц хаоса, то как она там, собственно, образует гармонию? Ну это чудо, вот как бы надо понять, как это получается. Чудо. Кругом чудеса в таком смысле. Но если,
Но если мы привыкли к этому чуду, что телесная форма все-таки оформляет предмет, то здесь, на мой взгляд, нам существенно легче, потому что здесь мы пытаемся отнестись к телу как к предмету. И вот из этого получается жест. Потому что остановившееся тело, недвигающееся тело, это уже сразу форма предмета. Если мы пытаемся перенести фокус с предмета на само тело, то соотношение то же самое, что и в случае с телом. То есть с предметом было. То есть предмет становился, форма была определенная. Но как только мы попытались предметом сделать тело, тело тоже начало становиться, то есть двигаться. Ну хорошо. Итак, если сама эта ситуация, отношение «я» и «я» равно «я», она то есть мое собственное движение, причем в аспекте чистого, простого движения, для меня является предметом. Я являюсь источником этого движения, но не есть это движение, как источник. И в то же время я есть это движение. Это вот такое раздвоение «я». Я, безусловно, источник простого движения, которое лежит в основании его движения конкретного. Но я в самом себе нашел двойственность. С одной стороны, я причина простого движения, с другой стороны, я часть простого движения. С одной стороны, я отличаюсь от простого движения, с другой стороны, я не отличаюсь от простого движения. Я равен себе в простом движении. В простом телесном движении я равен себе. В простом телесном движении я равен себе. Я есть причина этого простого движения. Значит, я не равен этому простому движению. То есть получается, что я отличаюсь от «я», от своего образа «я». Я осознаю себя причиной своего образа «я». Это вот эти, может быть, это напоминает этих самых рефлективных персонажей, Онегиных и Печориных. Если Печорин говорит, во мне два человека, один живет, другой судит, то может быть это глубочайшая интуиция, на самом деле, появление этого рефлективного человека, который сам себе мешает. Ну, для которого вся жизнь не имеет действительности. Хотя, в общем, это его поведение, но оно лишено действительности. В чем феномен Печориных и Онегина? В том, что они прекрасно понимают, что это их жизнь, но она лишена действительности. Потому что она в то же время предмет для наблюдения. Они являются все время предметом для себя, собственно, больше сказать нечего. Они являются предметом для себя. Я вот в предыдущей лекции в этой же аудитории, кажется, об этом рассказывал мальчикам и девочкам, актерам. Как рано мог он лицемерить, таить надежду, ревновать, разубеждать, заставить верить, тра-та-та, и порой блистать послушной слезой. Это не о лицемерии речь, речь идет просто наблюдатели, которые просто наблюдают за собой, больше ничего не скажешь. Человеческая природа – самонаблюдение. Я что-то делаю, это делаю я, понимаю, делаю я, но я в то же время
наблюдаю за этим. Это не является для меня достоверностью, поскольку я отличен от этого. Я об этом говорю уже лет 20, но тем не менее мне вот это вот построение очень непростое напомнило эту картинку, вот, которую 20 лет говорю. Самонаблюдение, как неизбежное, заключенное в сущности человеческого жеста. Мне не дано совершить жест, мне дано только наблюдать, как я совершаю жест. Безусловно, я. Тут есть достоверность тоже. Поскольку я равно я в этом жесте, то есть достоверность есть. Но она как бы и не есть достоверность. Здесь странно, потому что, смотрите, получается, что кто здесь прообраз судящего я? Вот это то я, которое простая причина. Что подлежит наблюдению, что подлежит суду. Чистое движение, то есть я равное я. Так, да. Да. Ну, тут сложность, по-моему, в том, что действительно вот это чистое движение, ну, как его судить? Оно же чистое. Оно же, ну, оно, конечно, телесное. Но в чем его конкретика? За что его судить? Это же еще никакой не поступок и даже не намерение. Из него с неизбежностью вытекает, оно логически предшествует, по времени оно ничего не предшествует. Оно предшествует конкретному я. Поэтому что бы это я не сделало, это будет для меня всего лишь предметом наблюдения. Если я в самом себе не различу я, то еще трудность. То, что я не есть движущаяся рука, ну не есть. Ведь это наблюдение. Наблюдение возникает тогда, когда я в самом себе отличается. И тогда, что бы я ни сделал, рукой, ногой там или чем еще дернул, это будет для меня предметом наблюдения. Это же аспект. Точно, конечно, да. Только аспект, да. Но различение нужно было провести не между этим и этим, а именно между этим и этим, весь цимис, евреи говорят. Вот, сначала надо провести различие между этим и этим, и тогда, что бы я ни сделал, рукой или ногой или шевельнул, это все будет для меня предметом наблюдения. Я наблюдаю, как я шевелю рукой, я наблюдаю, как я поднимаю руку, как я опускаю руки, я наблюдаю. Больше ничего не надо говорить. Это, конечно, я делаю, я участник этого движения, участник, я участвую, и я не участвую. Не, ну это не удивительно, мы же ограничили все движения сознательными движениями. Так что в сознательном движении, естественно, присутствует сознание и осознание самого движения. Тут как бы нет никакого чуда, просто исходная постановка вопроса. Так оно и есть. Другое дело, что существует же движение, в котором нет этого сознания. Ну, это движение мы не рассматриваем. И еще меня интересует, и так вот эта последовательность, это структура движения, действия, жеста. Из «я» вытекает «я равно я», из «я равно я» вытекает конкретное движение. Причем мы ведь что говорим?
если возвращаться к литературе, то есть рефлексия и есть непосредственность. Когда я осознаю себя причиной простого движения, я рефлективен. Тогда что бы это простое движение из него не вытекало, в чем бы оно ни воплотилось, все для меня лишено достоверности. И лишено, и не лишено достоверности. Вот такая картинка получается на самом деле. Достоверно, потому что я таки участвую в этом, несомненно. Но я отличен от того, в чем я участвую. И достоверно, и недостоверно. И участвую, и не участвую. И это, еще раз скажу, хорошо ложится на классические вот эти русские тексты. Ну, в каком мере ложится? Потому что общность построения здесь только есть, но ситуация ведь совсем другая. Там мы работаем со знаками, там мы работаем с богатым миром. А здесь, грубо говоря, то, что мы имеем, это игра в футбол. Вот в футболе для меня некоторое есть экстатическое действие от того, что я бью ногой по мячу, выполняю определенного рода действий. Это вот таким образом я имею игру самого себя. Здесь может быть какое-то любое другое телесное действие. Но именно поэтому дети так любят всевозможные игры. Вот именно вот это удовольствие от того, что взяли мяч куда-то, его там пихнули, именно благодаря этому действию меньше на себя. Но к литературе, к его сложностям, это имеет мало отношения, только общая схема. Ну, мы философски получили то, что там Пушкин и Лермонтов интуитивно сознавали в жизни. Смотрите, они осознавали-то, они же не поэты осознавали. Мы же получили, грубо говоря, некое удовольствие, действительно получили некое удовольствие, сознание себя как воли, но вот именно тогда, когда ты прищуриваешься, а не тогда, когда там наблюдаешь за своей сложной и многообразной жизнью, как это делает Печорин и Онегин. Казалось бы, так. Ну, мы же не пишем с вами, Игорь, роман. Да, ну надо все-таки различать, что когда мы пишем роман и когда мы играем в футбол. Вот сейчас играем в футбол. Это вот такой детский экстаз, да, взял ручку мячик и кинул его. А с другой стороны, для меня это недостоверно. А с другой стороны, для меня это недостоверно. С одной стороны, это достоверно, я весь целиком в этом ударе. А с другой стороны, для меня это недостоверно. Поэтому игра. Поэтому ребенок играет. Да. Он берет мячик и кидает им об стенку. Он уже понимает, он же не сумасшедший ребенок, да? Он уже понимает, что он всего лишь играет. И футболист понимает, что он не тогда, когда он там за 5 миллионов в год играет, а когда просто превышен на поле и играет. То он же тогда тоже понимает, и, во-первых, важность всего происходящего, а во-вторых, абсолютную условность этого происходящего. То есть то, что находится в ситуации игры. Ну хорошо, значит, мы говорим о футболистах. Да. В легкоатлетах там. Но я, честно говоря, с трудом провожу грань между простым движением рукой и игрой, которую затевает там Печорин или Онегин. Потому что в основе того и другого, то и другое сопровождается и достоверностью, и сознанием достоверности происходящего, и сознанием недостоверности для меня этого происходящего. Отсюда и игра. А тогда уже все равно, ну в некотором роде все равно, конечно, я понимаю, что литература это... Как раз разница налицо, потому что Печорин и Онегин живут в неком мире бестелесности, в конце концов. В бестелесности они живут. Это в каком смысле? Да в самом прямом. Они в бестелесном мире живут, да, там есть некоторые аналогии. А футболист полностью уже в телесном мире. Абсолютно. Там только телесность есть, только ради этого и существует. То есть это Печорину все приснилось с книжной мэрии? Ну, практически. Это, я думаю, что, конечно, видео это никто не снимал, но думаю, если бы это посмотреть, то это было бы все весьма печально, да? Mm. Ну, почти убежден. Нет, я сильно не согласен. Ну, знаешь, как там есть другая картинка, порнографическая в русской литературе. Это Елизавета Ивановна из Ставрогина. Ну, ясно же, что это просто какое-то непотребство, непонятно что. Там-то точно тела нет, там она то ли пыталась раздеваться, то ли разделась, то ли не разделась и так далее.
тоже Елизавета Ивановна и Ставрогин живут в неком мире бестелесности. У тебя тело стало уже иным телом, не тем телом, о котором я еще. Не-не-не, именно тем самым, именно тем самым. Раздевалась, не раздевалась, это же не то тело. И все это движение. И Чурин там на дуэли, да, там, ну неужели же там как бы бестелесная жизнь? Ну нет, там же не о телесной жизни говорится, не об этой же телесной деятельности. Он же не на футбол вышел поиграть. Невозможно в светском обществе быть бестелесным. Это чисто телесное, вот, показушное. Мне кажется, нам предстоит сделать, ну, действительно, с Игорем соглашусь, сделать необходимый шаг, который еще не сделан, я даже не знаю, как его делать. Потому что тело значит, поэтому оно как бы в нормальной жизни тело значит. И с Елизаветой, и с княжной Мэри, все равно тело значит. А у нас с вами оно ничего не значит. Конечно, конечно. Это именно это первые радостные шаги ребенка, делающие первые шаги. Вот он идет, ему от этого хорошо. Взял и пошел. Ну не значит он в тот момент у него. Ну, может быть, почти ничего не значит. И девочки, кидающие мячик в стену. И ловящие его тоже. Ну что в этом? То есть мы пока находимся вне текста. Да, конечно. Господа, мы находимся вне текста. Поэтому удастся ли нам попасть в текст, это еще большой вопрос, я отдельный разговор. Но мы сейчас вне текста, я, собственно, несколько раз уже говорил об этом, что вне цели, вне смысла. Берем движение как движение, и в нем находим уже развлеченность я и я. Я достоверна себе, я недостоверна себе. В этом прелесть ситуации. Еще не наделив значением, целью, целесообразностью, там, смыслом, чем хотите, мы уже имеем такую, на самом деле, сумасшедшую сложность, конструкцию, где я и достоверен для себя, и недостоверен для себя. И здесь мы, быть может, всего-то движение рукой, я еще раз прошу удивиться этой ситуации, просто движение рукой, не ради чего-то, не без значения, без всякого, просто движение рукой, как движение рукой. И вот такая конструкция. Получилось. Который еще предстоит обрести мясо, совершенно верно. То есть быть значением, быть целесообразностью. Но пока ничего этого нет. Это голый скелет. Но и здесь тоже, понимаете, если я причина того, частью чего я являюсь, то я могу быть активным, то есть осознавать себя причиной. И пассивным, не осознавать себя причиной. Если мы это я убираем, оно не активно, не сознает себя причиной. В активном состоянии оно удерживает себя причиной, в пассивном состоянии оно не удерживает себя причиной. Тогда мы имеем ситуацию я, которая как в предикате раскрывается в конкретном движении. Что такое я? Я – это движение рукой. Пока я удерживаю себя в качестве причины, я никоим образом не свожусь к движению рукой. Но если я пассивен, и я убираю себя в качестве причины простого движения, то получается так. Простое движение, я равно я, раскрывается в движении рукой. Что такое я? Это движение рукой. Это аналогия с непосредственным персонажем. Да, с поручиком Пирогова. Что такое я? Это эполеты. Но опять же, у поручика Пирогова эполеты – это значение. А здесь ситуация раскрытия себя, раскрывания себя. Просто что такое я? Я – это движение рукой. Потому что если нет движения рукой, то я остаюсь неопределен. Неопределен. И это уже серьезно. Тут нет уже этой ситуации, когда
я достоверен себе, я не достоверен себе. Я достоверен себе в движении руку. Я достоверен, как движение руки. То есть здесь задается вот, возможно, задается сама эта оппозиция рефлексии и непосредственности. Еще раз, потому что я как причина, есть причина того, чаще всего я являюсь. Поэтому если я себя убираю как причину, не являюсь активным, то я оказываюсь. Что такое я? Я есть. Предикат всегда сопровождает этим словом «есть». То есть субъектно-предикатное отношение со своим телом. Так, а такое движение, оно является сознательным или нет? Ну, вполне сознательным. Почему? Построено это суждение «я есть» движение рукой. Но как раз совершенно сознательно, такое пассивно сознательно. Как бы констатирующее. То есть я себя констатирую таким способом. Но уже не отличаюсь от себя, я уже не наблюдатель, я уже не... Ничего такого, я... Сознаю себя через движение рукой. Как субъект сознает себя через предикат. Ну хорошо, все на сегодня. Ну то есть все-таки соотношения я не было, двух этих состояний как такового не было, понятия воли тоже не было. Пока не было, да я не успел уже 6 часов. Надо большой новый разговор начинать. Что я хотел как начать? Я сейчас не буду начинать, просто может сами подумать тогда судьи. Есть вот эта вот конструкция исходная. То структура структура движения. Я двинул рукой, вот эта структура. Логическая. В ситуации, когда движение рукой происходит. Когда в движении рукой я нахожу этот момент и сохраняю себя. Тебя как причину этого, а это как причина этого. Но я задал себе вопрос, а что произойдет, если начинать говорить о начале движения? Ведь если простое движение всегда прежде, оно должно быть прежде и в начале движения. Во временном смысле, что ли? Да. В временном смысле. Чтобы начать движение, именно движение рукой, не вообще движение, не понятие движения никоим образом. Если, чтобы начать движение рукой, и если в самом движении простое движение всегда логически предшествует конкретному движению, то чтобы начать движение, что происходит? Происходит, наверное, то, это надо обсуждать, поэтому я не хочу начинать сейчас большое обсуждение, надо обсуждать. Но что происходит, если движение только начинается? Тогда тоже, чтобы начать движение, нужно сначала в движении рукой осознать простое движение. А что это будет за простое движение, которое прежде движения рукой? Чтобы начать движение, и еще раз, если простое движение в движении рукой, уже имеется движение рукой, идет движение, и в нем мы различаем простое и конкретное. Но если поставить вопрос так, как начать движение, то то вот. Получается, что простое движение во времени прежде, движение, в котором оно будет предшествовать всегда конкретному движению. Если он логически прежде, то чтобы начать движение, должно быть во времени прежде, чем то движение, в котором она предшествует
конкретному движению. Меня очень занимает этот вопрос, я не очень уверен, что это именно так, потому что логически раскрывается во времени, вы сразу поймали его. Логически начинается во времени. То есть, еще раз, простое движение, получается, должно быть прежде того движения, где оно, простое движение, предшествует конкретному движению. И, соответственно, я как причина, которая тоже вычленяет это простое движение, из движения, которого еще нет. Я тоже прежде. Получается, конструкция. Есть это, а еще во времени опять простое движение, и я как причина простого движения. То есть эта ситуация воспроизводится до самого движения. То есть получается, что конструкция всего жеста вообще лучше пойти и заплакать. Тогда мы можем говорить о воле и о прочих вещах, если мы в самом деле до движения выделяем простое движение, то это будет действительно воление. Я хочу. Чего я хочу? Я хочу движение, в котором простое движение будет всегда определять конкретное. Но сначала оно должно быть выделено как простое. Что вы движение начали? Потому что оно, по сути, всегда предшествует простому движению, целому движению. Предшествует конкретному движению. То есть простое движение должно быть прежде, пятый раз повторяю, простое движение должно быть прежде того движения, где оно всегда определяет, является первым по отношению к конкретному движению. Оно будет прежде всего этого целого движения, где будет потом определять все остальное. И мысль должна определить простое движение в движении рукой, ни в коем случае не понятие. Не какое-то простое движение вообще, а именно в движении рукой есть момент, который мы должны сначала вычленить как простой, а затем начать. Тогда это бы имело выход к воле и даже к свободе. Вот. Подумайте, прав ли я? Я это хотел предложить как обсуждение. Тогда вся конструкция будет. Это в некотором смысле априори. Но не в смысле понятия простого движения. А в смысле обнаружения простого движения до того целостного движения, где простое движение всегда будет логически предшествовать конкретному. Тогда не удержусь. Если это получается, то тогда воля будет совпадать с началом. Мне это ужасно нравится. Воля совпадает с началом движения. Чтобы мы именно движение рукой выделили движение, а движение рукой еще не состоялось. Но мы именно движение рукой выделили простое движение, которое предшествует движению рукой. Не, ну воля как первая причина, в общем-то, достаточно тоже классические определения. Она совпадает с началом. То есть я. Нет, классическое определение воли — это я хочу, а потом я делаю. Сначала хочу, потом делаю. Сначала я хочу открыть дверь, потом. Нет, у Канта двигаю воля рукой. Это как причина, которая порождает поток причин. Есть как бы воля, есть какое-то побуждение, когда она что-то побуждает, что-то делает, а есть как бы вот свободная воля, да? Да, я являюсь причиной, собственно, того, что делаю. Как первая причина. Она все равно предшествует. А здесь по времени совпадает. Это же временная причина. Временная причина по времени совпадает с началом движения. Это и значит хочу. Хочу, уже делаю. Или смысл, что там где-то в углу хочу. Захотел, а потом через полчаса сделал. А здесь хочу означает действие. Между валениями действия. Валение есть начало действия. Вот такая мысль. Валение, хотение, валение, есть не что иное. Это не самостоятельная акция. Хотя, с другой стороны, если мы его выделяем в качестве именно временного предшествования, тогда он должен предшествовать именно во времени.
И прежде всего хочется понять это предшествование, что действительно сначала акт воли, а потом акт действия, как будто они разные. Да, но на самом деле одно начало другого. Это странно. Ну вот я говорю, я бы в качестве предмета обсуждения хотел предложить. Это не предложил, хотя уже отказался от этой мысли, и предложил. Воля как хотение, как начало движения, мне нравится эта мысль, хотя я не очень понимаю ее. Я хочу, значит, я начинаю действовать. А в отрицательном смысле? То есть воля в смысле как бы отказа? В принципе нет здесь возможности, это отрицание. Да. Хочу, но не могу, в этой ситуации нет. Нет, не то, что хочу, не могу. Не хочу. Но воля же, прежде всего, в большей степени же проявляется как аскеза, скорее, а не как действие. То есть, как отказ от чего-то. А не хочу заключается здесь. Если в самом деле можно до действия выделить простое, в нем, в этом действии, выделить простое действие, то это делает мысль. Мыслящая форма. И, честное слово, мне мерещится здесь свобода. Я либо учреждаю и начинаю движение. Единственный возможный способ. Сначала простое, потом конкретное действие. Либо я не вычленяю, тогда я бездействую, я бессилен. Я бессилен в том смысле, что я просто действую. То есть, либо я валю действую, и действую, либо я просто действую. Либо я просто действую. Да. Либо я просто действую. Не сознавая себя волей. То есть можно действовать, не сознавая себя волей. Как мы и начали действовать. Я сознаю, что движу рукой. А если я эту ситуацию разворачиваю, то я или просто действую, или на самом деле, если я уже развернул ситуацию, то я могу впасть беспомощно. Я уже развернул и отказался от валения, то я и не действую. Если я действую без помощи воли, то я действую и действую. И слава Богу. Но если я развернул себе понятие воли и себя как причины этой воли, то я могу впасть в беспомощность, бессилие, абулию, безволие. Что на самом деле происходит. Тем же Печориным и Онегиным. Они впадают в безволие. Они взяты сначала играющими, но заканчивают они абсолютной безволие, безволением. Но это же означает, что вот эта трехчастная структура, сложная жеста, видимо, не удерживается в качестве таковой. Ее приходится либо развивать в сторону темпорального вычленения чистого движения, и тем самым утверждать себя как валящего действующего субъекта. А, нет, противоположностью выступает другое, как безвольного действующего субъекта. Вот, было бы совсем классно, если есть какая-то необходимость в переходе от простого сознавания вот этой структуры. Очень простой. Да, извините. К вычленению вот этого временного предшествования чистого движения. Если есть как бы необходимость к этому переходу, тогда вообще будет здорово, потому что ты либо оказываешься вольным, либо безвольным. Но нельзя быть как бы вот нейтральным.
по отношению к этому моменту? Либо вольный, либо безвольный, да, потому что без начала не будет и движения. Если мы начало определили так, то мы либо вольны, либо безвольны. То есть полная конструкция все-таки вот такая. Это логическая конструкция, а это временная конструкция. Но это надо, на самом деле, думать. Было всегда, когда я понимаю, буду говорить. Вот я. То есть, возможно ли эта конструкция без этой? Черт возьми. По-моему, невозможно. Ну, пока непонятно, в чем эта невозможность, потому что все вроде бы устойчиво. Я как причина, чистое движение, как я как я, да? Я равное я. Все это лишь аспекты вообще в целом происходящего движения. Здесь они не стремятся схлопнуться, все эти аспекты. У нас нет потребности для того, чтобы удержать и не схлопнуться, как переходить к следующему шагу. Ну, вроде бы нет, да. Так что тут непонятно. Когда я раскрываю себя как волю, наверное, можно действительно двигаться. Ну, даже как и здесь, видите, можно убрать это. Я, получится некая непосредственность. Я есть движение рукой. И не сознаю себя причиной этого движения. Это такая чистая непосредственность. Я могу сознавать себя причиной движения, но при этом не сознавать себя волением. Не знаю. Я как валение, можно, наверное, без этого обойтись. Я как причина, я как валение, в чем разница? Игорь Сарнов сейчас сказал, что уже имеем валение, раз причина. Но я вот пытаюсь показать, что валение это нечто иное, нежели сознание себя причиной. Сознание себя воли нечто иное, чем сознание себя причиной. Сознание себя воли это сознание себя временным началом движения. Знание себя причиной – это чисто логическая ситуация. Я логически предшествую. А сознание себя волей – это временное предшествие. Да, но только наоборот, да? Я дернул ножкой, и поэтому я думаю, что я был причиной дергания ножкой. Я двинул ручкой, и я тоже начинаю думать. Постольку, насколько я двинул ручкой, то я начинаю думать себя как причину этого двигание ручкой. Не бывает так, что вот я напрягся, подумал, а не дернул ли мне ручкой, и потом уже дернул ручкой. Не так. Сначала ручкой дернул, а потом уже подвел под это основание, что будто бы я воля, и здесь я себя таким образом схватил. Но это другая конструкция. Ну, а вот по сути, так оно дело и обстоит. Ваше прощение, что я просто не выдержал, да, несмотря на то, что ваша задача семинар закончен. Вот, закончен. Да я сам ее продолжу. Закончен? Да. То есть как бы так? То есть если есть некая конкретность жеста, и есть некий жест, то я потом себя воображаю. То есть как бы получается, воли как таковой нет, то есть воображение себя вот. А намеренности нет, дорогие? Да. Можно же намеренно что-то делать? А у вас получается, что намеренности нет. Я еще дернул ногой, а потом перенесу. Да. Зачем я дернул? Это же не так. Да. Есть намеренность. Вот это странно. Сделать что-нибудь намеренно. А зло тогда было бы вообще у вас невозможно. Если можно сначала дергаешь, а потом думаешь, а что я дернул? Нет, но опять мы же договорились, что здесь девочка, кидающая в стенку мячик. Да это понятно. Но просто... Это ты сам с собой договорился. И у тебя получается, что это простые дрыгания ножкой, это и есть жесты. Да. На мой взгляд, речь шла не о том. Есть не конвульсивные действия рассматриваются, а те... Ну, да, немножко имеется в виду, взял и там, глаза закрыл, открыл, взял, ногой пошевелил. Вот просто в жести. Ну, тогда говори аккуратнее, тогда у тебя не будет тенденции понять, что это некоторые импульсивные, как бы... Ну, не импульсивные.
Да нет, не импульсивные. У меня последнее соображение. Олег Михайлович, а вот можно же, я что-то подумал, что ляпнул про то, что должен быть какая-то потребность в переходе к мышлению темпорального предшествования, то есть валения. А с другой стороны, зачем? По-моему, общее же движение состояло в следующем, что вот есть некоторая устойчивая ситуация, и она может сохраняться в качестве устойчивой. Но мы можем задаться вопросом, а вот это вот логическое предшествование, может, какой действительно характер оно имеет? Только лишь логический или темпоральный? То есть переход к воле не является чем-то необходимым, но как всегда было, возможно, мы ставим вопрос, является ли это только лишь логическим предшествованием. И исходя просто из произвольного постановки вопроса, мы получаем все-таки ответ. Получаем ответ, ну, что оно возможно в некотором смысле темпоральным. Это просто по поводу принудительности самого движения. Да, я тоже думаю, что принудительность не обязательно. Да. Как это получается, я пока не понимаю, но принудительность мне тоже кажется не обязательно. Все на сегодня.